Амисия? Она проснулась. Спокойно, Амисия. Хьюго. Мы с Артуром нашли тебя, но... Тебя не было 3 дня, Амисия. Ты чуть не погибла. Мы за тебя переживали. Хьюго. Оставьте меня. Ну же, просыпайся. Остальные уже наверняка встали. Скоро придут крысы. Пора зажигать огонь. Да, давай попробуем зажечь огонь. Ну давай! Думаю, Родик работает во дворе. Так, а мне здесь нужно зажигать, как думаете, или нет? Так, давай наделаем. Давай наделаем и... Чпоник. Отлично. Что, замок так и не оттаял? Еще нет. Зима нынче очень холодная. Ну ладно, ты выспалась? Тебе лучше? Немного. Что? Он тебе опять снился? Да. Я приготовлю тебе особый отвар зверобоя. Все в порядке, Лукас, не нужно. Просто я скучаю по нему. Мне придется... смириться с тем, что он уже не вернется. Амисия, все будет хорошо. Я пойду поздороваюсь с остальными. О, скажи, пожалуйста, Мели, про... Про сундук? Конечно. Она, наверное, скажет что-то вроде «посикай на него», но я боюсь, чего-нибудь отморожу. Посикай на него. Так, ребят, давай. А ты что здесь делаешь? Посреди зимы? Пособираем немножко лучше и пойдем разведем огонь с вами. Чтобы крыски нас не занямали случайно ночью. Мне интересно, почему она не пошла спасать малого? Я помню здесь все. Каждое мгновение. Так, забрать. А мне интересно, что там за комнатка? Что это за комнатка? Угу. Вниз куда-то спускать хорошо. Давайте, наверное, залутаем сначала. Потом сходим вниз, посмотрим. Но раз нам нужно будет... Угу, нас не хватает. Раз нам нужно будет подпаливать огонь, то нам нужно будет... У нас никогда не было столько яблок. Хьюг бы ими до тошноты объелся. Много этих штук для разведения огня. У нас их всего лишь 2 штучки. Так, ага, я отсюда пришел. Давай посмотрим, что у нас тут. Да. Так, забрать. Из-за снега Родрик так никуда и не продвинулся. Куда он должен был продвинуться? Типа поубирать мусор? Филонин, да? Понял. Так, давайте пошлите вниз спустимся. А я хочу остаться здесь. Правда? А если? А если, а если? А что если ты перестанешь жить как зверь? О! Привет, Амисия. Привет. Простите, я вам помешала? Нет. Артур просто говорил, что хочет уйти. Опять. Да ладно! Я просто хочу, чтобы мы выжили. Как и всегда. Слушайте, скоро стемнеет, и нам нужно зажечь огни. Поможешь мне, Артур? Иди. И постарайся ее не бесить. Ха, зачем мне это делать? Затем, что ты настоящая заноза в жопе. О, Лукас просил помочь ему сундуком. Ну-ну. Он просто хочет со мной увидеться. Ну ладно. Пойдем, когда скажешь, Амисия. Да, без проблем. Сейчас только залутаю. Ага, не могу залутать. А тебя? Тебя могу. Мне все равно не хватает. Это печалька. Так, что нам нужно? Нам нужно вот эти все штуки, да? Пошли. Пошли, давай разберемся с жаровнями. Начнем с... Да, стой, я знаю. Мы уже несколько недель делаем одно и то же. Прости, так, передвиньте мне проще уснуть, первую когда я знаю, жаровню. Что яма по ночам освещена. Так что, как дела? Я чувствую себя старухой. Для старухи ты даже очень ничего. Спасибо. Слушай, я плохо знаю твоего брата, но... Ты бы ему понравился. Правда? Ты спас нас. Тебя поймали, а ты сбежал. К
как герой из романа. Я герой. Но он бы огорчился, что ты уходишь. I'm Batman. Так, погоди, Бэтмен, дай забрать эту штуку. Пошли. Вот так. Так, вот так, отлично. Теперь мы можем с вами сделать. Раз, два. Я смотрю, тебе нравится, Игнифер. Я люблю огонь. А, ну сам Бог. Ну хорошо, как скажешь. Зажмусь, отлично. Родрик, все в порядке? Все отлично. Она у меня сейчас заработает. Эй, спокойно, если ты все сломаешь. Вот так. Теперь жаровни будут держаться. Метод Родрика рандом, зато работает. Согласен. Попробуешь? Если у вас не работает телевизор, просто ударьте его. Ты это займешься, а я пойду к другой жаровне. Когда будешь готова? Так, когда буду готова, что? Типа сказать тебе? Хорошо, хорошо. Так, мне это что же, наверное, надо будет передвинуть ближе к яме или нет? Или я сильно спешу? Угу. А сюда нельзя зайти? Надо закончить жаровнями. Да, поняла. Сейчас закончим. Хорошо, значит, я что-то я не понимаю. Так, хорошо, окей, давай. Может, тогда вот это вот. Так что мне нужно делать, Аля? Чё ты стоишь, Арчи? Помогай нам. Давай, и проверь, что жаровня прямо на краю. Ну что, удалось сотворить чудо? Потерпи, все будет. Ладно, пойду вымоюсь. Ни одна крыса не выберется из этой ямы. Эта система тут не просто так. Эта система не остановит обычных солдат. Артур, Мили устала постоянно убегать. Мили и я не такие, как вы. Может, Мили тоже не такая, как ты? Ладно, я понял. Займись жаровней на парапете, а я зажгу те. Да, давай. Угу. Это из жаровни, да, заняться? Хорошо. А как мне спуститься? Как мне спуститься к тебе? Вот так. Так, забрать. Больше нету ничего. Хорошо. Я тебе говорю, один ее толкал. Телега размером с корову. Да хватит ржать, не смешно же. Я просто представила, как ты толкаешь корову. Правда, чистый подвиг. Крысы повсюду. Так спроси о миссии. Вот видишь, у нас у всех здесь что-то есть. И нам нужны люди вроде тебя, чтобы защититься. Мне нужно подумать. Так, давай еще чуть-чуть, еще. Ладно, прокулечко. Я закончила. Что-то не так? Сейчас, наверное, что-то пойдет не по плану, да? Вот срань. Жесть. Их слишком много. Артур, Амисия! Живо, внутрь! Почему яма переполнилась? Такого раньше не случалось. Черт, я никогда их так не видел. Так, давай подпалим. Лестница на красном участке. Если мы до нее доберемся, мы сможем попасть на башню. Используй жаровню, я расчищу проход на своей стороне. Так, используй жаровню. Это, наверное, сейчас надо будет сюда, да, пройти? Жаровня на месте. Давай, что? Что они делают? Собирают силы. Они собираются потушить огонь. Дерьмо! Амиссия, у меня больше нет Игнифер. Я...
Я ничего не смогу сделать. Так, ну вроде у меня есть. Я уже делала это. Вроде у меня есть, так что должно быть все нормально, да? Так, давай, наверное, мы подпалим тебя. Быстро спускаемся. Нет, нет, быстрее! Быстро спускаемся. Забрать. Забрать. Они уничтожили лестницу! Мне надо добраться до лестницы на крепостной стене! Окей. Где это? Где это, где это? Сучий хвост! Ты говорила, что тут безопасно! Так раньше и было! Плохо, очень плохо! Мне нужно добраться до лестницы на красном участке, или я останусь здесь! Амисия, я толкну в твою сторону жаровню! Доберись до нее! Хорошо, на тебя вся надежда! Да, давай. Только давай, наверное, еще наделаем сейчас, потому что я чувствую, что... Сейчас на нас будут нападать. Все. Вон еще! Тут есть жаровня, она тебе поможет. Ну так давай, двигай. Давай, Арчи, двигай. Амисия, беги к горячей жаровне! Какой именно? Ну, ты двигать не хочешь? Не хочешь ли ты двигать? Нет, да, походу не хочешь. Ладно. Вот так. Я отведу тебя до лестницы. Ну да, давай. Давай. Валы похуже. Так, со спины. Аккуратно. Держись, я передвину тебе другую. Быстрее! Быстрее, у меня осталось Амисия, две штучки. Так, ну все, у меня последняя. Я тебя вытащу. У меня последняя осталась. Все, отлично. Давай, зажигай! Кого? Кого зажигать? Кого зажигать? Кого зажигать? Кого зажигать, подскажи. Кого мне тут зажигать? Так, честно, ребят, без понятия, куда идти. Наконец, о боже! Может, наверх? Я думала, ничего не выйдет. Ты в порядке? Да, спасибо. Теперь дело за тобой. Жаровня на твоей стороне. Я тебе помогу. Как там у тебя? Так, пошли. Лучше уж быть здесь, чем внизу. Что за чертовщина, Амисия? Они никогда так сильно сюда не рвались. Что случилось? Откуда мне знать? Они как будто пошли в атаку. Ой, да ладно! Это же крысы, а не английская армия! Но они знают, чёрт, что делать! Я знал, что надо сваливать отсюда! Я видела такое лишь однажды! Амисия! Мне нужна твоя помощь! Сейчас все будет! Не нравится мне все это! Быстрее, я уже не могу! Так, а я правильно делаю или нет? Или тебе в другую сторону? Ага, тебе в другую сторону, понял? Сейчас, погоди. Погоди, погоди, держись. Держись, держись. Ё-моё, но волна идет. Так, а чуточку быстрее. Новые набежали. Они решили меня сожрать. Поверить не могу. Что происходит? Почему именно сейчас? Так. Я здесь. Мы почти на месте! Давай! Спасибо. Давай быстрей. Ты заслужила медаль. Ладно, неважно. Идем, надо увидеться с остальными. Надеюсь, они в порядке. Если крысы пробрались внутрь... Амисия, они уже не дети. Они привыкли к этому. Я не хочу больше рисковать. Я не готова больше никого потерять. Вообще, больше всего мне хотелось бы оказаться как можно дальше отсюда. Да.
ты в порядке? Нет! Что тут происходит? Артур, тебя укусили? Нет. Надо выбираться отсюда. Но замок создан, чтобы сопротивляться. Лукас, их никогда столько не было. Это не просто набег крыс. Тогда что это такое? Сюда! Быстрее! Нам бы сейчас бы Хиба не помешал бы, да, ребят? А вот и Хьюго. Иди и сделай то, что должен. Хьюго. Давай. Она не поддается! Что они здесь сделали? Крысы! Он! Он может управлять! Да, прошу. Это Маркела. Куда он ведет? Без паники! Замок как так раз... Так, а не хотите меня пропустить, не? Да твой замок уже разваливается на части. Крысы прошли через оборону, как нож сквозь масло. Слушайте, мне нужно поговорить с Хьюго, я могу! Да ты чокнутая! Надо бежать отсюда! Амисия, он прав! Проходите! Нет! Нет! Артур! За работу! Хьюго! Хьюго! Убей ее! Или я убью твою мать у тебя на глазах! Хьюго! Это я! Амисия! Твоя сестра! Убей ее, дитя! И Виталий, может быть, оставит тебя при себе. Так, отпустите, чтобы сбежать от Николая. Отступите. Отступите. Окей. Вернуться к контрольной точке. Убей ее, дитя. И Виталий, может быть, оставит тебя при себе. Так, отступите, но я отступаю. Давай, дитя. Она тебе больше никто. Я везде тебя искала. Чего ты ждешь? Перейди этот проклятый порог, носитель. Нет, Хьюго, не слушай его. Довольно. Я скормлю ее твоим крысам. Не трогай его, мерзавец. Я мерзавец. Он сдался нам, потому что ты предала его. Благодаря ему Виталий скоро станет единственным носителем Макула. Что? Нет! Единственный носитель Хьюго! Был. Теперь венус великого инквизитора течет его кровь. Артур, давай! Умри! Вы все сгорите в аду! Чпоньк. Все, до побачення. Мы достали этого ублюдка. Амисия. Артур, убедись, что он мертв. Мне надо... Надо поговорить с Хьюго. Иди, я с ним разберусь. Хьюго? Хьюго! Я просто хочу с тобой поговорить. Он больше не сможет тебе навредить. Смотри. Ладно, ладно. Я не буду двигаться. Сам подойди. Ну же. Ты мне врала. Нет, нет. Я... Хьюго. Я пыталась... Защитить тебя! Я... Пожалуйста! Ты врала мне! Нет! Ты сделал это! Амиша! Ты прошел! Нет,
Ты мне больше ни к чему. У меня тупо нет слов. Ты не мог его камнем забить, нет? Артур, Артур. Так, убейте Николая. Хиба, он не должен нас заметить. Нам нужно бежать, Амисия. Мой клинок все еще теплый. И скоро вы это почувствуете. Погоди-ка, крысы. Они же тебе подчиняются, так? Они наверняка прячутся где-то рядом. Они здесь, но они боятся огня. Значит, надо его потушить. Эти да, крысы нам помогут. Давай потушим. Так, тихонечко. Тихонечко. Да-да-да. И... Тихонечко. Все, хорошо. Вы юны. Я убью вас быстро. Да, никого ты не убьешь. Я мало кому это обещаю. Так, держи его за руку. Может направлять удар. Зажав тап, чтобы открыть... Мне спешить некуда. На таком морозе вы не сможете убегать вечно. Нет! Бори! Тихо, 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 тихо. Ладно, хотите поиграть? Нет, давайте не хочу. Поиграем. Не хочу, не хочу, не хочу. А равны. Крыса Амисия. Он их убил. Они тут. Освободим еще больше. Я знаю, что вы здесь. Да нет у меня тут. Так близко. Нету, нету. Ты что, не прикалывайся? Тихо. Тихо. Тихо, тихо, что? Тихо. Не пробка. Я же говорил, что найду вас. Тихо, погоди. Погоди, 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 погоди. Ты чего? Ничего. Они быстрые, как тараканы. Почему я не могу... А, у меня по нолям. Я думаю, что такое еще не могу использовать. Ну, на что вы способны? Так, раз. Два. Три. Четыре. Стой, 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 стой. Да ну ё-моё, как ты меня задолбал с этим огнем. Алло, дядя. Нет, 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 нет. Прячься, Амисия. Да прячусь. Прячься, Амисия, быстрее. Прячусь, прячусь, прячусь. Стой, трусы. Давай, нападай, нападай, нападай. А, не могу, да? Не, ну да, это еще погасить. Жесть, жесть, жесть. Ё-моё, тихо, тихо, тихо. Не должен тебя видеть. Не увидеть, не увидеть, не увидеть, не бойся. Стой, крыса, крыса, крыса. Блин, а можно как бы с этим все было? Или еще раз будет? Раз вы отказываетесь отправляться в ад, я устрою вам ад на земле. Понял, еще раз. Убил. Тихо, 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 ты чего такой грозный? Алло, парниша, погоди. Готовьтесь к смерти! Не-не-не, ты чего? Не прикалывайся. Прикалывайся, не прикалывайся. Прячься, Амисия. Прячусь, прячусь, прячусь. Блин, мне не получается. Мне не получается это сделать.
Они точно где-то здесь. Тихо. Тихо-тихо, ребят. Я буду кипятить твою кровь, пока... Стой, пожалуйста, крыса, 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 крыса. Ага, крысы нету. Крысы нету. А ты уже что-то подпалил, да? Да, ты уже подпалился. Все, 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 до побачення. Ой, крыса. Ну и где вы? Вот мы где. У, мы это с вами сделали. Амисия! Артур? Нет, нет, нет! Артур! Так, ну, я лайкосик убью. За Артура надо поставить, на ребят. На части разорву! Мили, я... Просто заткнись, ладно? Перестань, пожалуйста. Я убью их! Я сожгу их, ёбаный стяг! Мили, ты не сделаешь этого. А как же ты? Ты так и будешь там стоять? Очнись ты! Смотри! Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я понимаю, что нас всех убьют. По очереди. Они убили моего брата и вашего отца. А у меня не осталось ничего. Ничего! Она права. Амисия. Это безумие. Пятеро. Против армии? Думаю, нас теперь куда больше. Он преодолел порог. Да. Думаю, да. Хьюго, чего ты хочешь? Я хочу спасти маму. Это многое меняет. Даже если ты нас убьет, а что нам терять? Нам? Ничего. А вот Виталию, теперь мы сможем его остановить. Тогда вперед! До конца! До конца! До конца! Как мы найдем маму? Мы вытащим ее отсюда, Хьюго. Так, хватит ворон считать. Эй, подожди! Мия грустная. С ней все будет хорошо. Мы не можем ей помочь. За этим мы и здесь. Чтобы помочь ей отомстить. И не дать ей погибнуть. У нас есть малыш и крысы. Мы непобедимы. Родрик, ему 5 лет. Вот жопа! В чем дело? Мили, успокойся. Эти ёбаные крысы перекрыли самый безопасный вход. Они не хотели, Мии. Они... У нас нет выбора. Идем через главные ворота. Только надо быть осторожней. Мили, подожди! Она злится на меня? Нет. Она просто... Просто злится. Но... Дай ей немного времени, Хьюго. Она просто злюка-бука. Так, идем. Я так понимаю, это, наверное, будет... Финальная серия, да, у нас? Сейчас, наверное, мы освободим маму, и будет хэппи-энд. Как думаешь, уже начали? Хорошо бы, потому что их тут что-то все больше и больше. Трое. Рискованно. Когда Виталий закончит, все... Мы лучше зайдем через черный ход. Да черт его знает. Но да может быть заперто. Они уходят. И что там творится в этом сраном соборе? Что-то я сомневаюсь, что все изменится. Пора действовать. Лукас, за мной. Мили! Ты не сомневайся, нам есть чем тут заняться. Ладно, пойду обратно. Осторожней там. Вот срань. Их заметят. Эй! Стоять! Я пойду помогу. Стой здесь. Она знает город. Эти стражники за ней набегаются. Ладно, идем. Не будем упускать шанс. Да, давай идем. Так. Это всё. Твой. Ты заплатишь.
все, до побочення. Минус один. Молодец. Не скоро этот тип подымется, уж поверь. Многое же изменилось за это время. Колокола, Амисия, витаи в храме. Значит, и мама тоже. Вот ублюдок удивится. Сначала надо найти остальных. Так, а может мы сразу в храм пойдем? Спасем маму, а потом уже всех остальных. Страсть, как хочется поглядеть на конюрацию. Самое главное, что великий инквизитор избавит от укуса. А чего все трясется? Это крысы. Они под нами. Так это они все разрушили. Смотри на землю. Так, когда вы удерживаете Ctrl для управления крысами, обратите внимание. Угу, от отряда крысы, запертых под землей, погасите источник света. Давай погасим. Так, погоди. Где? Ага, а у нас нету, да, его? Они не выйдут, пока светло. Все, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, теперь мы берем крысками и... В безопасности, Родик, не отходи далеко. И до побачення. Да, они меня слушают. Воу. Так, нам направо, да? Я так понимаю. Или тут просто мы залутаемся? На твоем месте я бы не трогал. Почему? Такими себя избивают флагелленты. Думаю, на ней остались кусочки плоти. О, ясно. Так, я так понимаю, это нам для прокачки нужно, правильно? Ну, давай на H нажмем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да. Только нам нужно будет с вами прокачаться конкретно через ствол. Так, поджигает тулей, отвлекает врагов. Здесь можно, конечно, еще прокачаться, но я думаю, не стоит. Может, если будет ствол, то мы уже с вами через ствол прокачки это все сделаем. Так, мне главное вот этой штуки наделать, чтобы тушить огонь. Осторожно, стража. Налет на убежище детишек Николая никто не видел. А? Монсеньор Виталий никого не отправил на его поиски? Странно. Капитан всегда был его любимчиком. Виталий изменился после прихода. Так, тихо. Да просто нашел себе нового. Тихо, тихо. А зайди сюда ко мне. Блин, сейчас нас заметят, да? Или нет? Блин, даже и не знаю, что и делать. Ну, давай попробуем. Займись им. Капец тебе. Так. Ох, не посоветуешь этому чуваку. Я знаю, что он здесь. Ну давай, иди сюда тогда. Сейчас, если что, крысок на них используем. Сейчас дождемся, пока месть будет. Будет отбой. И все, да? Да, давай, наверное. Тихо, 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 тихо. Так, давай, наверное, как что мы сделаем? Мы возьмем камушек. Не, не то. И давай использовать крысок. Они не слушаются. Ё-моё, беги, 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 беги. Понял, понял. Хорошо, хорошо. Ладно, давайте тогда по-другому. Они не слушаются. Осторожно, стража. Налет на убежище детишек Николая никто не видел. А? Монсеньор Виталий никого не отправил на его поиски? Так, давай заберем. Капитан всегда был его любимчиком. И пойдем слева. Виталий изменился после прихода носителя. Да просто нашел себе нового любимчика. Пойдем слева. Так. А это даже без понятия. Сейчас посмотрим, куда этот доспех уйдет. Так, а ты можешь на этого напасть или нет? На Кьюшку, не? Не можешь? Может, возможно, нам и не надо. А давай попробуем сюда и просто пройти. Так, тихо.
разберешься с ним. Положись на меня. Вот где ты пряталась. Одним меньше. Я думал, с ним будет больше проблем. Так. Вам не уйти от меня. О, нет. Все, до побачення. Минус два. Стой. Чё? Чё? Через плечо. Нет тут ничего. А, забудь. Так, давай теперь мы с тобой... Тихо. Тихо. Ну? Чё? А, так-то. Ничего. Подъём! Чё он не встаёт? Пойди проверь. Чё он не встаёт? Ну же, вставай! Зачем ты это сделал? Ты за это ответишь. Что это было? Тихо. Вон там. Костик, наконец-то. Я нашёл тебя. Ё-моё. Бегай. Ага, тут можно было крысок освободить, да? Можно было освободить крысок. Так, а здесь мы... Давай поступим с тобой. Стой. С тобой вот так. Нет, не сможем, да? Ага, у тебя огонь просто горит. Так, и что делать? Ага, тебе все равно. Окей. Тогда может просто убегать? Или не получится просто убегать? Так, оно, иди сюда. А я могу факел тебе потушить или нет, мне интересно. Что за ребят, мы по-любому с ним разберемся, только нужно будет сделать это по-нормальному. Все, и... Ага, ты опять подпалил, да? Ну давай тогда иди сюда. Да давай иди сюда. Сначала я вас найду, а потом убью. Да, давай, давай. Давай, мы тут, а. Иди сюда. Иди-ка ты сюда. Сейчас погасим огонь. Делать. Стой. Игры закончились. Все. Отлично. Минус все. По стелсу, конечно, не удалось пройти, но ладно. Главное, что миссия выполнена. Так, забрать. Нам сюда? Нет. Давайте этих штук еще наделаем. В любом случае пригодится. Но я думал, что неестественно. Вот что я скажу. Но тут либо это, либо крысы. Может, конечно. Там стражник. Может, они не слышат меня. Где зло. Тихо. Попались! Молодец! Кажется, я могу. Как и дворец! Стой! Ты же знаешь, ты что в порядке? Меня пронесло, но я в порядке. Идем. Бабу с таким сильным. Друган, да у тебя крысиная армия. Родрик! Нам нужно ее открыть! Я не вижу рычага. Я этим займусь. По твоей команде. Один? А что такого? Родрик, вперед! Хорошо. Давай, открывай.
Проходите. Да, давай, 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 давай. Все, 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 прошли. Так, кто нас заметил? Не вижу. Надо подойти поближе. Да зачем? Нас тут нету. Что ты тут увидеть хочешь? Говорится, что ты тут хочешь увидеть? Они не отвечают! Эй, тут кто-то Стой. Есть! Внимание! Ага, опять спалились. Опять спалились. Опять спалились, ребята. Эх, ладно, ладно. Почему они не отвечают? Ладно, ждем-с, ждем-с. Не расслабляться, народ. Не будем спешить. Крысы, они хотят выйти. Так. А где они? Где они хотят выйти? Откуда? Ага, отлично. Сейчас мы тогда с ними разберемся. Так, ты сюда идешь? Нет, не сюда. Единственная проблема, что малой встает. И это напрягает. Это чуточку напрягает. Так, иди посмотри. Там крыски. Но я... Где это? Так, тихо. Минус два. А, еще один неосторожный балбес. Они не слушаются. Это плохо кончится, поверь мне. Они не обращают на меня внимания. Сюда, тут чужие. Нету тут чужих, погоди, как твой чужой? Нету тут чужих, ты чего, издевайся? Ну все, видишь как хорошо. Чужих тут нету. А крыски на меня внимания не обращают, да? Хорошо. Плохо, конечно, но ладно. Так, ага. Что ты ближе не хочешь подойти? Так я тут, иди сюда. Не ссы, давай, иди сюда. Все, сейчас оно исчезнет, и мы пройдем. Так, а нельзя тебя ли привлечь чем-то, не? Вот сюда куда-то так. Ага, привлек, проверяй. До кого до нас? Нас тут нету. Нас тут же ж нету. Мы трупы. Ты тут чё? Давай. Попробуй теперь бежать. Ну нет, ну ты издеваешься, но я спрятан был. Ну игра, ну пожалуйста, ну не прикалывайся. Ну так же все хорошо было. Алло. Осторожно. Опять заново все. Опять все заново. Этого мы так мэкнем. Хотя, может, крысами лучше. Эй, ты что там делаешь? Все, иди проверь. Так, и давай еще одного. Они не слышат.
насчет меня? Нет, пошли вон, прочь! Тут кто-то есть! Эй, народ, сюда! У нас тут... Так, ладно, народ. Все. Все-все-все. Тихонечко. Не-не-не, ты ж нас не видишь. Сейчас дождемся, пока он перестанет нас замечать. Я не могу, как эти крысы работают, понять. Вроде бы должны ж дальше меня слушаться, а они не хотят. Ну все, отворачивайся, давай. Давай, фулиган, отворачивайся. Блин, у нас один на камушек остался. Да, мы сбежали. Да с чего вдруг? С чего вдруг? Так, тихонечко. Тихо-тихо-тихонечко. Камушек. И... Вот я до вас и добрался! Все, минус. Эй! Эй, там! Не кричи, спалишь нас. Так, давай камушек заберем. Миссия! Вы живы? Слушайте, Виталий в соборе. Это все очень хорошо, но к нам приближается целое полчище. Уходи оттуда. Поднимись по лестнице. У дома есть выход с другой стороны. А это там, где пожар? Мы не можем вернуться. Вперед! Встречаемся на той стороне. Осторожней. Так, это там, где пожар. Погоди. Идем. Идем. Но только надо залутаться. Все, заходи. А, заперто. А ну. Я ее сломаю. Убей дверь, пожалуйста. Вот сволочь. Я тебе покажу. Там стражники. Родрик, в укрытие. Хьюго с ними разберется. Развлекайся. Так, минус. Что с тобой? Вот что вы получите позади. Минус. Минус. А теперь крыски. Все, убегай. Убегай, пожалуйста. Стой. Нет, пожалуйста, нет. Так. Раз, два. Что мы можем еще сделать? Сонное. Да. Давайте наделаем по максимуму все, что сможем. Так, погасить. Погасить. Давай заберем. Раз. Так, не можем забрать, да? Мы здесь не можем. Хорошо. Так. Присесть. Я ее сломаю. Вот сволочь! Я тебе покажу. Там стражники. Родрик, в укрытие. Хьюго с ними разберется. Развлекайся. Так. Откуда прилетел? Оттуда. Стой. Стой. Нет, Амиси, нет.
Все. Они не слушаются. Чего? Почему? Получилось. Почему они не слушаются? Юга, ты в порядке? Хорошо. Да. Юга, давай, ломай. Все хорошо, Родрик. Напомните мне никогда не злить вас двоих, хорошо? Ну, без проблем. Давай, ломай дверку. Ну? Ладно. На этот раз все получится. Отлично. Вот черт! Хреновый план! Нет, Амисия, так нельзя! Мы же сгорим! Да, не сгорим, с тобой не переживай. Ничего не случится, обещаю! Родрик, ты с нами? Ладно, идемте. Не переживай, не сгорим. Так, забрать. Осторожнее! Родрик? Хорошо. Потолок сейчас обвалится. Да не обваливается, не переживай. Успокойся. Юга, ты ж... Я пробую, конечно, бежать, но у него не получается. Ты крепкий парень. Крепче меня. Правда? Я никогда не вру. Это, наверное, выход. Наверное. Так, пошли. Я думаю, тут явно нету стола для крафта, да? Займись им. Ты заплачешь. Так, все, минус, отлично. Отлично. Ох, не позавидуешь этому чуваку. Так, давай, пошли. Но этого, наверное, мы камушком сможем, да, мэкнуть? Или не сможем? А у тебя есть крыска тут? Они не отвечают! Понял! Понял, понял. Так, кто этот назад будет идти? Да, вот ты идешь назад ко мне. А ты можешь полностью спрятаться? Нет, ты не можешь, да, полностью спрятаться, понял. Алло, а зайди за что-нибудь. Крыса, зайди за что-нибудь. И что делать? Муравью. Мне он не очнется. У нас убитый. Всем быть начеку. Ус приделать. Так, иди сюда. Иди сюда. Не, вы сюда подниматься не хотите? Минус и минус. Все. Все, ребят, вы свободны. Спасибо. Благослови вас. Да, спасибо вам. Пожалуйста. Молодцы, ребята! Смотрите вон! А, слишком опасно! Лучники сразу начнут забор! Мы на верном пути! Там, Ясотка! Последний шанс добраться до собора — это воспользоваться телегой! Так, хорошо. Мы вас все равно найдем! Это вопрос времени. Воспользоваться телегой. Эй! Оставь, Амисия! Что ты делаешь? О, погоди, ребят, погоди. Вы с братом подойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу! Не надо! Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Погоди, ладно. Погоди. Ладно. Ну, я ж можешь улучшать. Понял, мне не хватает чего-то. Чего-то не хватает. А я и не достаю. Я самое интересное, я не достаю до них. Сильно далеко. Солдаты, впереди! Амисия, займись ими! Так, иди. Амисия! А, нет, нет. Стреляйте, пробейте телегу! Нет.
Ладно. Ладно, ладно. Мы не сможем, да, прокачаться опять же? Да, не сможем. Окей, а что делать? Телега, Родрик! Если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Так. Ладно, вперед. Главное впереди этого, да? Не переживай за меня, парень. Мэкнуть. Интересно, а у этого лук есть там впереди или нет? Амисия, займись ими! Да займусь, займусь. Сейчас он выйдет. Сейчас он выйдет, и мы его мэкнем. Суки! Амисия, не рани его! Минус. Прости, Лех, пожалуйста! Нет, 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 пожалуйста, нет! Ой, Родрик, падла. Ну как так? Ну, ё-моё, давай, толкай. Телега, Родрик, если дотолкать её до решётки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Так, надо не забывать, ладно, что их там будет. Ладно, вперёд. Плечи, Родрик. Три человека. Солдаты, впереди! Амисия, займись ими! Да вижу, 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 не переживай. Дал бы мне дробовик, бы было, конечно, лучше. Конечно, с дробовиком бы было бы лучше. Родрик, брось телегу, пожалуйста! Нет! Надо дотолкаться до решетки! Так, еще будет? Или не будет? Амисия, они сзади! Твари! Вы твари! Да! Так, минус. Я у лестницы! Быстрее! Быстрей, иду! Иду, иду, иду! Давай чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Не умирай, Рубик, не умирай. Мне просто... Нет, нет, ну я ж уже почти прошел, ну... Ну я ж почти прошел, ну почему оно так долго? Ну нет, ну не хочу я заново это все проходить, алло, игра, дай мне, пожалуйста. Пройти это все не могу сделать, усыпляющий газ. Телега, Родрик, если дотолкать ее до решетки, у нас будет укрытие. За них Хьюг будет в безопасности. Эй! Оставь, Амисия. Что ты делаешь? Вы с братом отойдите. Толкать буду я. Родрик, давай. Давай помогу. Не надо. Если хочешь помочь, смотри за стражниками. Ладно. Да смотрю. Ладно, вперед. Плечи, Родрик. Не переживай за меня, парень. Так, три впереди, четыре сзади. Надо будет не забыть. Солдаты, впереди. Да вижу, вижу. Займись ими. Вижу, вижу, вижу. Уже третий раз проходим. Уже, как говорится, проходим третий раз. Давай еще один. Амисия, не рани его! Родрик, брось телегу, пожалуйста! Нет! Надо дотолкать ее до решетки! Так, все, и сейчас сзади будет. Амисия!
Да, вижу, вижу, вижу. Все, минус. Раз. Быстрее. Два. Три. Все больше. Не беспокойся. Давай, еще немного. Вы почти на месте. Еще один. Не умирай, Рубик, не умирай. Мне просто... Все, хорошо. Надо отдохнуть. Все, Рубик, бросай, давай в укрытие. Тихо, 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 тихо. Мы уже на месте. Не стойте там! Сюда! Быстрее! Куда сюда? О боже, Родрик! Мне уже лучше. Я в норме. Так давай. Я догоню вас. Хорошо. Фу, наконец-то мы это сделали. Хьюго, давай! Теперь ты... Минус еще один, да? Мне жаль. Простите. Черт, сука! Согласен. Хьюго, идем, нам нужно идти. Я не верю. Я в это не верю. Не может такого быть. Милли, пожалуйста. Нет. Я заставлю этих мразей заплатить за все. Главное сейчас выжить и держаться вместе. За это отдали свои жизни Родрик и Артур. Просто оставь меня. Она права, Милли. Родрик. Его больше нет, Хьюго. Он обрел покой. Хватит с меня этих проклятых крыс! Но они проведут нас. Правда? Как? Вот так. Как ты? Вау, так это... Это взаправду? Угу, впереди еще стражник, я вижу. Блин, жалко. Минус Артур, минус Хьюго, да? Это, конечно, беда, печаль. Так. Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Ладно. Это была твоя последняя. Да, попались. Все. Ну? Алло. Крыски. Это не конец, слышите меня? Крыски. Господь вас покарает. И что мне с ним делать? Пожалуйста, оставьте. Мы дошли. Тю, что-то как-то сразу оно не сработало. Лучше в случае пекла. Приготовьтесь. Так, а что готовьтесь, куда приготовьтесь? Что от нас хотят? Давай посмотрим, что тут есть. Блин, неужели нельзя будет в конце игры себе улучшить? По максимуму все. А нельзя. Это, конечно, печалька. Чего не хватает? Порошка, да, не хватает? Ладно, ладно, в принципе, справляемся.
Тихо. Ты чего? Кажется, тихонечко ты чего так резко вышел? Ага. Вас тут прямо аж чересчур много, да? Церемония скоро начнется, и ничто не должно помешать конюрации. А вас не сильно ли тут много, ребятулечки? Что это было? Хожу посмотрю. Это где спину? А может, ты не будешь идти смотреть? Там пусто. Принято. Может, ты не будешь идти смотреть? Ага, мне тебя нужно разбить. Блин, не хочется заново все перепроходить же. Так, а ну дай пройти, пожалуйста, дай. Алло. Сейчас, алло, игра, дай заново пройти. Тихо. Все. Рыбайся, тебе скоро ты уснешь. Стой. Нет. Мы дошли. Собор. Блять. Вот же сучье пекло. Так, и что мне делать с ними? Приготовьтесь. А к чему? Кажется, к чему приготовьтесь? Ладно, хорошо. Так, камушек. Там что-то шевельнуло. Так, тихо. Стой, присядь. Ну что, давай. Все, тихо. Не зевай, дышим дальше. Тихонечко. Сейчас эта штука должна пропасть. Мы с вами пройдем вперед. Потом погасим огонь. Нашел! Мужики, сюда! Не надо никаких мужиков. Не надо мужиков. Все равно отрабатывать жалование. Ну-ка сюда, парни! Ты глянь, что тут у нас, а? Так, всем ага. Внимание! Кто-то еще здесь! Я нашел! Сюда! Раз. Теперь вы не... Эй, ты меня слышишь? Да, слышит. И куда делось твое самодовольство после общения с крысами? Хорошо, не знаю, может как-то по-другому надо было это все проходить, но... Попробуем как-то так. Так. Мы на месте. Витай, он хочет сделать что-то плохое, я чувствую. Плохое? Ну что именно? Вы извините, но мы здесь, чтобы его прибить. Так что какая разница? Он скоро начинает. Идем, Хьюго, мама там. Идем. Я ж не против. Они ждали нас. Лукас, Мили, стойте на месте! Похоже, какие-то детишки напрашиваются на порку! Подойдешь, сдохнешь! Это не важно! Миша, внизу крыс! Так скажи им, чтобы выходили! Быстрее! Ладно. Так, давай. Господи, помоги! Тихо. Это не конец! Слышите меня! Я оттуда. А почему? Ну я ж... Ну бред, ну почему? Ну крыски, ну вы можете охотиться быстрее. Идем, Хьюго, мама там. Вроде со всеми справились, вроде... А я могу погасить вообще эту штуку? Не, наверное, да? Ну да. Погасил, проверяй.
достали нас. Лукас, Мели, стойте на месте! Похоже, какие-то детишки напрашиваются на порку. Подойдешь, сдохнешь! Это не важно! Миша, внизу крыс! А вы... Так скажи им, чтобы выходили! Быстрее! Так, скажи, чтобы они выходили. Все? Тихо. Ты ж нас не видишь? А я тебе сейчас камушком мэкну. Все, хорошо. Ага, нехорошо. Нехорошо. Но? А что не так? Ага, у вас эта штука горящая, я понял. Понял, у вас штука горящая. Все, минус. Не, еще не все, да? Ладно, давайте внутрь. Семья, говоришь? Мели! Помоги мне! Никто больше не должен войти! Этим ты ничего не добьешься! Ты не хочешь понять, Беатрис? Мама! Мое дитя! Хьюго! Амиссия! Мама! Это сделал Виталий? Он принес их в жертву. Он переступил порог, бегите оттуда! О, ради всего святого! Хьюго, ты готов? Да, крысы здесь. Тогда идем. Не отставай. Мы с вами. Отлично. Отпусти ее, Виталий! Это твой последний шанс! Да. Хьюго, твоя сила! Будь осторожен! Все хорошо, не переживай! О, да. Он весьма одаренный ученик. Жаль только, что позабыл, кто именно научил его всему. Завали хайло, старик! Мы пришли тебя убивать, а не слушать твою болтовню! И все же, вы пришли ко мне, как заблудшие овцы, к своему пастырю. Довольно, Виталий! Ты один! Верни на мать, или... Или что? Ну же! Я могу еще многому научить носителя. И его друзей. Это так трогательно. Спасибо. Спасибо за откровение. Вы слышите? Это ангелы. Ангелы нового мира! Назад! Свет, они... Я видела! Давай! Лукас, Мели, стойте там! Нет, я могу помочь, я могу! Это наша кровь, Мели! Хорошо, уничтожь его. Так, нужно тушить свет, нужно тушить свет. Латитесь, жрите их! Вы пришли, брат! Ты что за... Нет. Он заставляет их собрать силы! Я тоже так могу. Серьезно? Так, мы давай, тоже так можем. Это давай, наш последний Хьюго. Шанс. Невероятно. Молодец, Хьюго. Вот так мы ему покажем.
Смотри, Беатрис! Так. Как умирает то, что осталось от твоего рода! Отлично. Еще одна, да, волна идет? Они дети! Угу. Нет! Они просто реликвии старого мира! Прекрати! Так, тихо. Ничего не вижу, сколько там мушек. Раз. Два. Три. А туда попаду? Не попаду, да? Побеждай его, миссия! Да, еще немного! Да, еще чуть-чуть. Сдавайся, Виталий! Останови это! Нет! Так, хорошо, отлично. Все, надеюсь, не будет дальше никаких там неприятностей у нас с вами. Мамочка! Хьюго, Амиссия! Он не должен злоупотреблять своими силами! Мы сейчас тебя выпустим! Мы займемся этим. Хьюго, ты тоже это чувствуешь, но это тебя пугает. Истинная сила, твой дар. Я единство, я кровь крови, которая соединяет всех людей! Назад! Останьтесь с Хьюго! Умрите! Слейтесь воедино! Господи, Амиссия! Жесть, и что мне делать? Слуги мои! Умрите! Слейтесь воедино! Господи, Амиссия! Орды ангелов обрушатся на старую плоть. Мои ангелы, я знаю, что вы голодны. Скоро, скоро вы насытитесь. Мои ангелы! А! Нет, это невозможно! Вы поплатитесь за это! Идите ко мне и накормите первокровного в ясности. Убегай! И покое. Придет обновление. Это не ваше место. Вернитесь, мои последователи! Давай, Хьюго, вернитесь к своему мастеру! Ой, еще чуть-чуть! О, только не крысы! Его не осталось крыс! Вернитесь. Его некому защищать! Соберитесь! А! Как вы Машу, смеете? Это ваша крови. Последняя выходка! Я пожертвовал своей плотью! Стать тигелем, где сплавляется все сущее. Вы не можете убить то, что было очищено. Восстаньте! Разорвите землю перерожденными, и слуги мои поднимутся на небосвод. Они найдут я орудие Мекла! Клинок свет! Идите ко мне! Они присоединятся к нам! Юго, и скоро пора. Мы станем едины! Я! Не бросайте! Амиго, очередь, бей! Ах,
успокойся. Все закончилось. Ладно, идем. У нас все есть? Да, это все, что просил Лукас. Тебе и мамочке будет лучше. С ней все будет в порядке, Хьюго. Она же крепкая, прямо как ты. Точно. Поскорее бы найти новый замок. Да, похоже, тебе понравилось быть королем. Посмотрим, что удастся сделать. Для начала нужно покинуть эти земли. Так, вы домой-то попали? Да. Так, давай попробуем покинуть. Амисия, смотри! Что там? Я нет. Вот сестра крутая. Правда, Амисия? Ну да, есть ну, такое. Ну ладно, давай попробуем. Давай. Отлично! Да! Правила простые. У тебя 6 камней и 6 мишеней. Сбей столько мишеней, сколько сможешь. Ты готова? Давай. Надеюсь, готова. Не на время. Давай, Амисия! Надеюсь, это не на время. Раз. Да. Два. Три. Четыре. А шестого я не вижу. Пять. Кто-то видит шестой? По-любому где-то здесь, да? Так, ребятулька, где шестой? Ага, вот вижу. Эй! А ты молодец! Яблоко твое! И мое уважение! Молодец! Да. Это яблоко тебе, Хьюго. Давай, ты яблочко. Мой самый преданный зритель. О, спасибо. Я голодный. Кто бы сомневался. Эй, сегодня мы празднуем третий день избавления от крыс. У нас там ярмарка. Там здорово. Ярмарка? Настоящая. Я никогда на них не был. Хьюго, Лука ждет нас. Не стоит здесь задерживаться. Пошли на ярмарку. Хьюго, ну ладно. Только ненадолго. Так, пошли на ярмарку. Давай. Эй, смотри! Ой, это тот мальчик? О, нет! А, нет, парень, тебе сюда нельзя! Ну почему? Потому что нельзя, и все тут! Эй, в смысле нельзя? В чем проблема? Слушай, проблема в том, что тут разыскивают парня и его сестру. Какие-то важные люди. И мы... То есть, мы не хотим здесь проблем, ясно? Еще бы! Хьюго, идем! Ладно, ладно. А как за ярмарка? Идем! В следующий раз уже сходим на ярмарку. Так, пошли отнесем лекарства. Надо маме помочь и уезжать отсюда. Что? Первый, кто добежит до телеги, получит 20 яблок. 20 яблок? Но ты меня в жизни не обойдешь. Верно, черепашка? Чё? Сейчас увидит. Вот как? Тогда на счет 3. Раз, два, три. Давай, побежали. Не-не-не, я первый. Я уже близко. Не догонь. Мои яблочки. Ладно, ладно. Ты выиграл. Да, 20 яблок. У нас все получилось, Лукас. У тебя все при себе? Зверобой, боярышник и... Все, идем. Отлично. Амисия. Да? Почему они на меня так смотрят? Я на меня так же смотрела. Потом ушла. Потому что она меня больше не любит. Хьюго, она... У нее много дел. Это неправда. Но это не важно. Но! Она еще долго будет спать? Ей нужно восстановить силы. И с этими травмами она быстро пойдет на поправку. Хорошо. Эй, Хьюго! Что? Как, под,
по-твоему, я хорошенькая? Ты страшная, очень страшная. Я страшная? Ты похож на жирную муху. На муху? Это ты так про свою сестру говоришь? Тебя нужно наказать за дерзость. Лукас! Эй! Помогите! Муха напала на меня! Я тебя съем, лягушонок!